Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами записываем очередную паркур-серию. Будем записывать, и мы как раз-таки сегодня и пытаться закинуть Жеку очень-очень далеко, очень высоко. Кстати, Жека, почему-то я тебя наверху даже вообще не увидел, и поздоровайся. Всем здорово. Вот, с нами еще также будет Росинка, он опять же не на голосе. Вот, Жека у нас что-то тут немножко поторопился. Смотрите, ребята, опять же, длинные полеты с помощью шафтов. Мы предыдущую карту брали, карта вроде называлась мосты. Ну и там, на самом деле, вот эта точка самоуничтожения, она очень и очень низкая. А как раз-таки на Рио, я так думаю, ребята, у нас все получится довольно-таки здраво. И мы с вот этой платформы попытаемся долететь на то вот здание, которое даже не на вот эти две платформы, а вот на то здание, самое-самое мелкое. Да, вот куда негатив почти попал, туда мы и практически попробуем залететь. Так, ну ладно, давай. Жекан, балаган, пробуй туда как-нибудь бахнуть себя. Вообще по Шурику, по Бырику. Вот, ну а мы с Росимкой, ребята, конечно, попытаемся его запульнуть, чтобы он полетел очень-очень далеко, очень высоко. Примерно где-то вот здесь вот у нас он будет. Я так думаю, по крайней мере, надеюсь на это, что мы в него попадем. Не знаю, когда, ребята, еще мы снимать. Опять же, ребята, не дадут соврать. Нет. Перед... Давай. Перед видосом мы ничего не пробовали, ребята, никуда залететь. И смотрите, смотрите, какой полетик, какой шикарнейший полет. Но, кстати, ты один выстрел немножко провафлил. Да, блин, я тебе больше два выстрела провел. Да, а чё ты так провафлил? А, не знаю. У меня просто реакция. Реакция мангуста и скорость кошки, да? Я тебя понял. Ну ладно, давай сюда подходи, сейчас попытаемся еще раз это сделать. Ну смотрите, с первой попытки мы, в принципе, долетели уже практически до того здания, до которого мы и хотели это сделать. Это очень довольно-таки здраво, и я сейчас думаю, если хотя бы два выстрела в Жеке прилетят, это будет уже очень-очень офигительно, очень здраво. Так, ладно, пока у нас генетив пытается туда запульнуть, точнее, не туда, а себя запульнуть в освоящий, куда-нибудь очень далеко, мы сейчас опять же с Росинкой попытаемся его захерачить, чтобы он прям, ой, как улетел, ой, как полетел мой сладенький, миленький. Так, ну что? Ой, все, идеально, сейчас залечу. Так, ну давай, давай, вот прям я в тебя верю, прям очень-очень-очень. Ну вы пойдете. Ну а тебе, так мы еще тебя не стреляли. Смотрите, ребята, какой просто полет. И на гусенице. На гусенице. Блин, перелетел. Ну, это было практически. Так, а, блин, там же еще посередине вот эта дыра ссаная. Да, если бы не вот эта фигня, я бы просто идеально приземлился. Тебе, короче, знаешь, куда нужно направляться? Вот примерно вот, вот в краешек вот этот направляться, чтобы приземлиться прям туда. Настрой свой танчик примерно туда, мы сейчас с Росинкой встанем куда-нибудь, ну, я так думаю, даже вот здесь будет довольно достаточно нормально. Че, себе выстраиваешь траекторию полета? Да, я всегда так делаю. Красавчик, красавчик. Так, ну ладно, сейчас думаю, с третьего раза у нас как раз таки это все и получится. Ну, опять же, если не получится, то это будет крайне-крайне печально. Но почему-то вот я верю действительно, ребята, что сейчас мы должны с вами залететь. Просто обязаны, ребята, просто обязаны. Потому что Жеку мы настолько офигительно запульнули. И самое, что меня радует, что здесь нет всяких вот этих киллзон сверху, которые по факту... Ой-ой-ой, не туда немножечко, да? Дверь немножко полетел прям жестко. Мы тебя не видим пока. Ой, да. Так ты у нас на одном месте вообще практически никуда не улетел. Блин, я, короче, Жек так расхваливал, так, блин, его хвалил. А он взял и все замострячил. Ну, я тебя понял, Женючек. Все будет хорошо. Сейчас залетаем на... Ну давай, давай, я в тебя верю, я серьезно. Я просто хочу, ребят, действительно этот полетик как бы замутить. Потом, знаешь, что попробуем? Попробуем с пляжа ту же самую тему замострять. То есть, ну с высотки, да, это понятно, что это все будет изи. А вот если с пляжа, ребят, попробовать туда залететь, то я так думаю, там уже просто будет вообще идеалити. И если у нас это все дело получится, то, блин, ты прикинь, сколько здраво будет. Так, смотри, наши лучки уже готовы в тебя стрелять. В принципе, мы тебя уже ждем. Так, оп. Опа! Во, вот это жестко. Блин, ну ты, мне кажется, не долетишь. Совсем немножко, да? На платформу. Ну блин, 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 блин. Я, кстати, даже не знаю, что тут не так пошло. Вроде бы все вообще все идеально сделали. Но почему-то как-то не получилось немножечко уженько улететь именно туда вдаль. То есть до этого, как мы замутили? То, что ты практически перелетел, а сейчас ты не долетел.
Ну, в принципе, смотрите, отдача с наших шафтов, она тоже довольно-таки помогает, и в предыдущих видеороликах, где мы там, ребята, мучились, там пытались шафтом это все дело замутить, блин, как у нас это, как вообще выйти так, чтобы мы его не ваншотнули, потому что аптека у нас не по КД, и это, блин, было прям очень крайне печально, и потом Ховик, или вроде ты же, когда нам сказал, что пацаны, просто, может, зайдем все за одну команду, блин. Ну такое, такое, конечно, себе. Так, окей, я Женька жду у нас где-то, где он сейчас полетит. В принципе, думаю, сейчас у нас все должно... О! Это ч... А какого фига, спрашивается, ты меня стрельнул? Я не знаю. Дурачок. Ё-моё, я так пересрался, ты прикинь, я просто смотрю в это дуло шафта, и тут просто прилетает ко мне снаряд, довольно-таки нездоровый, от которого я немножечко, так сказать, переобосрался. Он прям серьезно сейчас... Да, я полный минус пал. То есть ты как-то, я не знаю, ты когда стрелял, видимо, вверх, ты не выровнялся до конца и стрельнул. Поэтому когда вот на вот этой фишечке вот так будешь, сперва стой, выравнивайся секунды две, чтобы тебя уже не шатало, не воротило, не в разные стороны, и потом уже только начинай пытаться настрельнуть. Сорян вас, ребят, сразу закашляли, попытаюсь вырезать его из своих видеороликов, но опять же, если забуду и где-то не досмотрю, уж, ребят, на меня тоже сильно не обижайтесь, потому что что-то приболел, у меня сегодня не вышло из-за этого. Давай, давай. Да его! Да ты... Жека! Да хватит ты меня! Ты можешь меня не стрелять-то, а? Собака такая. Все, я понял, я буду подальше от тебя вставать, потому что ты какой-то бешеный чересчур. Какого фига ты так меня начал жестко прессовать-то? До этого так все идеально было, а сейчас что-то, блин, прям вообще Женька прям не женек. Я тебя понял. Ну давай, сейчас попробуем. Главная цель, как раз таки, ребята, этого видоса у нас залететь. У нас просто взять, залететь и в это... Смотри, ты ровно именно в меня стреляешь. Если даже я буду где-то назад, мне кажется, все равно ты меня стрельнешь. Так, ну ладно, я сейчас затарился от тебя. Но если сейчас ты опять в меня стрельнешь, это же будет вообще нездраво. Так, ладно. Все, идеально сейчас будет, смотри, залет. Давай, я верю, сейчас будет залет. Сейчас просто... Ты не туда, не в сторону полетел. Да в смысле? Опа, я полетел. Вот, ну стрельните. Так мы тебя стрельнули. Один по команду. Ах ты, Жека. Да что я, Жека, по мне один не стрельнул. Так ты все равно долетел. Ты понимаешь, что ты немножечко взял и себя прокосил. Ты бы сейчас на эту, на... прям на дом залетел. Я тебе об этом говорю. Стоп. Еще попытка есть. Давай. Еще вот просто делаем вообще идеальную попытку. Опять же, ребят, не знаю, как еще такого прикольного замутить. Опять же, свои варианты и предложения по каким-нибудь эпичным таким залетам шафтам пишите в комментарии под этим видеоролику. Вот если наберется очень много здравых комментариев, там всяких интересных советов, то я, конечно, ребята, буду принимать их во внимание. Буду к вам слушаться. Ну, в принципе, я это делаю практически всегда. Так, Расимка, попробуй сейчас с него сразу вот выстрелить, как он только вот увидишь где-то вот на такой вот области, вот на такой, да, вот где-то вот на такой. И попытайся, короче, у Женька выстрелить. О, пацаны, ниже! Чего ниже? Дурачок, что ли? Так, ну окей, Жека. Короче, тебе не нужно говорить, что прям сейчас будет вообще все идеально, прям сейчас будет вообще все четко. Ты после этого как-то начинаешь себя очень странно и подозрительно вести. Так, сейчас, короче, еще минут 20 мы будем взлетать, но нормально. Ну нормально. Но в итоге мы туда залетим, ребята, конечно, это бесспорно. То есть попытку хоть какую-то я сюда вставлю в этот видеоролик, как мы все-таки туда залетаем. Но вот сколько мне придется на это время потратить, чтобы записать этот фрагментик, я, конечно же, не знаю. Один только Жека у нас знает. Как и что можно туда залететь, да? Так, ну да. Давай, Женечек, я тебе верю, что сейчас у тебя все должно получиться. Вот если Вайдер сказал, что у тебя все получится, значит у тебя по-любе все получится. Ты веришь вот мне? Не говорил бы ты это, пожалуйста. Окей. На тебе еще. Блин, ну он опять как курица полетел. Ты че курица, а, чикен? Смотрите на этого петушка. Ты даже сейчас с выстрелами так... Я так, последний выстрел тупо просрал.
Я понял, Женёчек, давай. Просто, просто сделай красиво. Сейчас просто сделай красиво. Вот, кстати, в этом видеоролике все по факту у нас зависит только от Джеки. То есть, нам с Расимом попасть в ТОВ, но это дело такое, знаете, здесь даже и без ноги, мне кажется, это сможешь сделать. Почему именно без ноги, я не знаю почему. Вот, но а вот рассчитать все как Джека и сделать все достаточно красиво и гладко. У тебя что, ствол твой дергается? Че, у меня не дергается? Нет, дернулся. Смотри, головку да Джеки погладили. Так, давай, 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 давай. Женёчек, давай, 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 я в тебя верю. Сейчас ты просто полетишь куда-то вас. Ты где? Ты что тут делаешь, а скотина такая? Да я с выстрелами тупо провтыкал, ладно. А, я понял, я понял. Ты нас предупреждай хотя бы, что ты с выстрелом провтыкал, чтобы мы тебя не ждали. Потому что мы-то с Расимом, понимаешь, надеемся на то, что ты сейчас, блин, как взлетишь, как полетишь, уже ищем тебя там где-то в этих космических облаках, но вот это... Не, не цельтесь так, меня прям не страшно. Окей. Снова 20%. Ну давай, хотя бы на двоих выстрелах ты должен подлететь как-нибудь. Полетел? Ну... Так в смысле? А чё так низко опять? Ну а платформу залетел. Не, ну это такое себе, охота на дом, давай сюда. Давай, 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 иди сюда, блин, даже не тратим свое время. Короче, ребят, сейчас, скорее всего, опять мы уйдем на небольшую паузу. И как, так как это видеоролик у нас уже очень прям капец как затягивается, мы сейчас все это дело поставим на паузу. И я уже вставлю в окончании нашу удачную попытку, где у нас это все дело получилось сделать. Вот, и следующий, скорее всего, выпуск этого паркура я сделаю некоторую нарезку. То есть я, ребята, буду выкладывать только самые такие угарные моменты и удачный момент. Думаю, это вам тоже сильно понравится. Если вы ждете этого выпуска, то обязательно ставьте лайки, 1000 лайков на этом выпуске, и выйдет у нас опять же паркурчик. Так, ну у нас сейчас уже будет последняя попытка. Если у нас получится, то вы этот фрагмент увидите. А если нет, то нет. Сейчас все идеально за радость. Давай, давай. Нет, ну вы, ребята... Да, орех! Парь. На тебе, орех. Он тебе не орех. Так, ну окей, ребята, все, ставим на паузу и продолжаем. Так, лед. Что за лед? Давайте. Стрелять? Давай. Оу, да, детка, ребята, все, мы сюда наконец-таки залетели. На самом деле, мы сюда залетали, ребята, 2 раза. То есть, перед этим мы сюда тоже залетали, но я этот фрагментик не записал, и решили мы все-таки залететь сюда на моем М1 корпусе, чтобы, так сказать, не ждать вот эти тайминги на 3 выстрела, на М3 там 100, 45, 10. Мы просто решили взять М1 корпус, по факту то же самое, только делаешь всего лишь 2 выстрела. То есть, один на 10 и один под себя уже. И все, это изи-пизи, изи-вин, так сказать, попытка у нас удачная, больше мы пробовать не будем с пляжа, это, в принципе, тоже такая себе тема. Опять же, ребята, если я вам повторюсь и говорю, напоминаю то, что... А если вы хотите, ребята, видеть почаще ролики именно с таким паркуром, то есть, где мы уже залетаем, и где я буду вставлять только лишь удачные попытки, конечно, придется потратить на это время немножко побольше, но, опять же, если хотите, я с удовольствием для вас это засниму. Вот, кому понравился этот выпуск, ставьте лайки, также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а с вами был Вайдер, Жека и Расим. Всем пока-пока. Пока.